Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 66 на странице 27. Рабочей тетради по математике для 3 класса автора Мару. Реши уравнение. Х разделить на 3 равно 16. В этом уравнении у нас неизвестно делимое. Чтобы его узнать, нужно 16 умножить на 3. Десять на три – 30, 6 на три – 18. 30 плюс 18 равно 48. 8 умножить на х равно 96. Неизвестен второй множитель. Чтобы его узнать, произведение 96 разделим на известный множитель 8. 96 – это 80 и 16. 80 разделить на 8 равно 10. 16 разделить на 8 – 2. 12. 72 разделить на х равно 9. Неизвестно делимое, чтобы его узнать. Делимое 72 разделим на частное 9. И делитель у нас получается равным 8. Х равно 8. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.